воу! А, лягушек, лягушек, лягушек. Давай. Лягуха. Держи. Фото. Фото. А. Ну ты туда заныривай прям, чтобы тебе свет. Во, далеко. Вау. Так же Кондратий дернет-то с этой курицей, блин. Ты тебе чем посыпали, чтобы вкуснее было? Да я ел уже тут кусфикси, я только жуков не ел. И вот этих тараканов не ел. Даже сам как-то. Муравьев хочу. Живности, которая когда-то ползала, лазила, ела траву и не только. Сегодня буду это есть я для вас. Меня смущают вот эти жуки и сильно вот эти тараканы. Но на что не пойдешь ради хорошего контента, мухи какие-то. Здесь есть, не знаю, какие-то рыбки мелкие, это мелочь. Лягухи тоже, опарыши, желтопряды. Это... кузнечики? Или что это? А, нет, какие-то пчелы. Кузнечики, кузнечики. Большие жуки. А это кто? Медные скараби. Скараби? Стоп, скараби. А это кто? Мужик, что это? Медведка. А, медведка? Медведка. А это кузнецы, да? Свечок, свечок. А это кто? Мама свечок. Бабушка, дедушка. А где внуки? Ну давай буду пробовать прямо здесь. Буду сейчас пробовать прям все. Так, ну что у нас тут есть? Давайте так вот со самого скромного. Ну рыбка это рыбка это. Очень вкусно, да? Да. Ну рыбка да рыбка. Будьте. А рыбка? Больше рыбку. А что за соус? А что за соус там? Рыбка. Похоже на приправу типа ролтонду какой-то. Пастыщу. Ну, рыбки это не серьезно. Давайте начнем вот кузнечик. Кузнечик уже веселее. Будешь? Маленький. Я большую саранчу когда-то ел. А, вообще, как бы, ножки у них считаются жестким, поэтому просто берем и откусываем. Ни на что не похоже. Нельзя сказать, что это курица или еще что-то. Это кузнечик. Просто кузнечик. О, вот эта штука. Это типа медведки, он сказал, да? Медведка, да, или что это? Карапенда. О, свечок, свечок. А, сверчок. Сверчков я не ел еще. Пахнет сверчком. Ябка. Ябка. Да. Ну почти чипс. Ябка. Пиябка. Только хрустит так. Хрустит. Пиябка. Хрустяшка. Пиябка. А это кто? Комари. Комари? Хрена себе комари. Короче, вот это у них комари. Если такое соснет, откусит пол руки. Пока не страшно. Пока не страшно. Кого покрупнее тут посмотреть? О! Шелкопряд. Шелкопряд, да, рыченька чья. Рыченька чья. Ну это уже другой вкус. Шелкопряд. Ёкарный бабай. Шелкопряд. Вот, что из интересного. Ой, тут у меня посыпалась моя рыба. Ну рыба это не так страшно. Это, кстати, лягушонок. Одна лапа просто отвалилась. Поближе, давай, поближе, давай. Куда ушла? Давай. Лягух. Лягушка вкусная, ты что? Лягушки вкусные. Не, лягушки реально вкусные. Я ела. Она когда-то была счастливая и радостная. Теперь я ей откусил голову. И просто я ее ем. Ну лягушек же обычно лапки ест. Я ее всю съел. Не страшно, непонятно. Кто-то говорит, что как чипсы. Нет, не чипсы. Как курица. Нет, не курица.
Это лягушка. Это лягушка. Другого не дано. О, жуки. Суки. Жуки. Жучок. Маленький жучок. Поближе, Свет, поближе. Подходи ближе. Поближе, пододвинься. Жучок. Ой, скользкий, падла. Жучок. Вечер. Сейчас лягуху даем. Лягуху даем. Корабельчик. Корабельчик. Найди мне большой. Во, давай. О, косточки захрустели. Вода здесь не поможет, я честно говорю. Жучок. Я его на зубы так, как между песком. Корабельчик. Живой? Далеко. А это ведь не надо чистить, его тоже надо чистить. Не, его чистить надо или так есть? Да. Чистить далеко. Нужно с целиком. Чин-чин, папа, ям, чин-чин. Оставь, чин-чин. Ну, у меня маленький сейчас. Но если по взаимности... Короче, он как семечка. Худейте вместе с нами, а мы просто худеем. Сура пошла. По-моему, это его голова. А есть еще скоробей побольше? Нет. О, есть. О, побольше жучок. Бабушка. Его чистить надо. Да? Чистить надо. Как вам сказать? Его не разжуешь, он. Слышно, нет дерева. Ходите либо. Я отношусь по-разному. Собратился по-разному. А есть вот это внутри. А вот это тоже чистить, да? Но чаще по-хорошему. Я с таким аппетитом на него смотрю, как вот это кусок мяса. Он мне, если я это так не представлю, то это, наверное, здесь невозможно. Вот если, смотрите, кожух я снял, остаются крылышки внутри. Но я их съем, походу. Прикольно, так палец так в плоть вникает. Сейчас я сделаю... Зуб порви. Лапать. Что-то у меня тот не пошел. Ой, тошнит что-то. Глаза пробило, слезы. И вот что, вот выгрызать. А, и все, да? А вот этим тоже не надо есть. Целиком. Как целиком? Да он не жуется, он деревянный. Ты что, целиком? Как целиком? Ёпперный театр. Что будет? Источник счастья сам. Только слезы счастья льются и все. Или тут все уже есть просто. Ну вот фаршик такой внутренний. Слезы счастья. Не все жуется, не все глотается. Что еще не ел? Лягушку ел, рыбу я всякую ел. А это свечок. Ну еще съем. О, лягуха еще одна. Лягушка. Мама ел. Ядикон. Опарышам. А, все туда. Пива. Рыбка. Пива сало. Побольше. Это кто? Угорек или кто это? Пиявка. Пиявку я еще не ел. Пиявку будешь? Пиявка. Ну туда же я. Нормально идет, хорошо. Будешь смотри, ням-ням. Потом. Пиявочка, а? Пиявка. Ну попробуй, ты его никогда не ел просто, попробуй. Оно обжарено все, не переживай. Пиявка. Пиявку попробуй. Палапьянда, пиявка. О, лягушонка. Давай. Маш, говорю, люди с удовольствием подключаются. Только не говори, что это чипсы и курица. Это не чипсы и не курица, это лягушонок. Нормально? Я вам предлагаю тут разное. Есть целый набор. Лягуху будешь? Лягуху будешь? О, дядя лягуха. Вау, рикушка. Прям кусай ее на кусок. Конечно, лягуха.
Самого большого. Я сейчас только его съел. Его вообще... А, во, угощайся. А это маленький, его маленький. Нет, ну погоди, давай. Корби, корби. Корби, корби. Ой, корб, давай. Корпенда. А парыш будет? Маленький взял. Маленький писал. Ну что, парень? Курица твой. Курица твой. Ты чем съешь? Будешь пиявочку? Да она вкусная. Чипсик. Чипсик. О, смотри, кузнечик. Будешь кузнечик? Это рыбка какая-то. Кузнечик, а ешь? Прям кидай его. Не, он вкусный. Как не селихо. Я серьезно говорю, вкусный? Селихо. Комары. Очень вкусно. Очень вкусно. Пиявки не беру. Это же рыбки какие-то. Нет, вот это пиявки. Да ну, целая морда за рыбы. А у морды, а чем они присасываются там? И другим же местом. Давай. Милана съела кузнечика. А это кто? Комарик. А, комарик. Ну, комарик я не знаю. Ой, комарик. Комарик, а будешь? Он тебя кусал, ты можешь сейчас его просто съесть. Будешь мстить комарику? Будешь комарику мстить? Давай. Комарик. Съедаю. Я только что съел. Если есть, еще съем. Вот это вам еще. Большое. О, медведка. Спасибо, о, лягушонок. Ну, лягушонка еще ладно, но... Это, мне кажется, нет, тут есть вот такие? Конфет. Нет, Коля! Коля, вот это должен съесть! Съешь вот этого. Коля. Коля, говорит, если вот этого съешь, то я тебя, говорит, зауважаю, да? Коля, нет, тараканя! Мама, тараканя! Только не это. Мама, таракан. Таракан, мама, таракан. Держи. Дарю, держи. Не бойся, держи. Ты три парень. Держишь? Ну, в общем, вот такая интересная у нас сегодня трапеза была. Я сейчас скажу, это все очень белковое. Да, да. Это, о, спасибо. Это очень белковое, очень вкусное. Рекомендую приезжать, трапезничать. Желательно возьмите с собой ложку и вилку. Это было прекрасно. Спасибо большое. Смотри меня, мы еще одну личинку. Смотри меня, пися. От Кеннина. А там так брызжет сок. Спасибо. Смотри меня. И написать YouTube, YouTube меня. Вау, смотри. Мой YouTube? Да, да. Давай, давай мой YouTube канал. А что это такое большое? Съедите таракана? Вау! Еще по пакету. Нет, ем. Ну, она просто на рыбу похожа. Свежая, жареная. Ой, как там Юта пишется? Ирус. Нет, а вот это что-нибудь хочешь пробовать? Ух. Потом. И ем в конце. От чего? От тараканов? Все, подожди, подожди. Потом. Вячеслав Гончаров, мой YouTube канал. Вау. Там будет это видео. Да, это видео, да, будет. Да, да. Все. Удачи, до встречи. Удачи. Бай-бай. Да, удачи. Удачи. Не елся, блин. Не ел 2,5 года. Годовой. Ну все, водичка, да, она тут не поможет. Нет, кстати, интересно, вот лягушки вот вкусно, пиявочки интересные, рыбка, ну ни о чем, опарыши. Ну это опарыши. Самое вкусное, да? Да, я сейчас все ел. Я честно не съел этого огромного таракана. Какого большого? Да. А мы давайте я его съем. Давайте я еще таракана большого съем. Я большого-то ты мне таракана не сделал. Вау, фото, вау. Это кто? Таракан. Вот его я хочу съесть. Все, мой таракан. А я ступа отдал он мне всю, там, жарил целый пакет. Давай, вот, смелый. Будешь? Смелый, смелый парень это съел. Давай я его съем.
Да. Так, а что его весь есть или как? Вот эти крылья выбрасывают, да? Настоящие, это чипсы. Целиком, как не надо. Тарелка и надо. Ну как крылья-то их там чужие? Как там не надо. Тогда не надо, говорит. Да, в смысле не надо? Нет, ну крылья-то они... Мы проверим. Да они картонные, иди. Нет, крылья нет. Крылья нет. Ну хоть лапу, лапу? Да я ему башку сейчас откушу. Очень вкусно, тараканы. Давай. Всем саранча. А это саранча, что ли? Очень вкусный. Нет, саранча нет. Бабучка, таракан. Ну и чё, как? Бабучка, таракан. Я на ней столько раз живьём смотрел. Гад ты ползучий. Вкусный, да? Да. Чипсы, да? Вау. Вот он как старые чипсы. Ну и вот крыло только не жуётся однозначно. Надо саму пробовать. Я хочу, по-моему, её в жопу его-то не прожевывается тогда. Или что это? Охренительный день! Ну, добрый вечер всем, пошли дальше гулять. Теперь на массаж. А мне это стрелять себе? Да! Пиявки вкуснее. Нет. Это только ножки, за ножки держишь, ножки выбрасываешь, жесткие. Вот эти прикольные. А, вот рыбки не сказать, лягушки прикольные. Кукомик, кукомик, какие-то за это будут, вот эти какие-то за это. Это эти, как они? А, медведка. Медведки тоже нормально, как чипсы. Это большие тоже, как у медведок, тоже нормально. Это маленькие кузнечики, нормально. Вот это сложно. Я его себя ногами запилил. А эти опарыши тоже прикольные. Крокодил. Крокодил. Это крокодил. Ой. Нет, крыса, крыса. Курица. Нет, вот это старинный, вау. Давид там прикалывается. Смотри. Вау. Спасибо. Туда, на камеру. Да он, да? Да, есть, да? Еще раз. Ты уже снимаешь, да? Да, я уже. Ребятки, но в прошлый раз мы с вами видео снимали, и не было здесь скорпионов. А я их не ел ни разу. Поэтому сейчас Казахстан, Ютуб. Тут и мой где-то есть. Я же тебе тоже, помнишь, что YouTube канал писал? Да, сюда. Мой. В общем, сейчас я буду устранять эту оплошность, недоеденность. А в белковой пище скорпиона ни разу не ел. Будешь кусать? Нет. Нет, у меня тут семья пришла, это во всех не кормят. Дети белая все. Белая семья у вас. А там и дети. Не, не моя, чужая та же семья. Ну, понятно. Скорпик. Как не силиком. Как не си... Бучер фото. Потом со мной, потом... Там кнопочка, нажми фото. А что вот эти-то едят у него клешни? Как у них? Грызть их надо, да? Креветка. А где этот с ядом? Как не сирихом. Яд хочу. Да. Воздержимся. Слышь? Она сейчас попахивается. А это как живая тут? Точно она живая? Это сороконожка живая, живая, она живая, он шевелится. В общем, скорпик настоящий, ни разу не ел. Ты смотри сюда-то. С собой со мной. Он, короче, это, клешни не грызутся, они выходят для того, чтобы это чик-чик делать. Короче, вот эти самые вот эти клешнички, они жесткие, а вот это, ну что, и кстати, такой, специи легкие такие, необычные. Вон оно вот так надо есть. Клешка. Как я вот здесь, прямо на лицо. Кстати, вкусно, рекомендую. Вот это хрустит. Прикольно. Вот это ел? Ну, я все ел. Поел, не было, я даже вот этих ел. На моем YouTube канале можете посмотреть. Через недельку. Приеду сейчас, послезавтра домой буду монтировать. Красиво я, мияса, кика.
20 гектаров. Пару скорпиончиков придачу. В общем, в принципе, нормально. Бесплатно, бесплатно. Красиво и бесплатно. Поцелуй меня. Бабусика. Смотри. Поцелуй дедушка. Бесплатно. В общем, скорпион за счет специй съелся, как это, как сказать, на ура. Ничего такого особенного. А, самые вот эти были интересные, когда их на зубы ложишь, сверху челюстью бьешь, Машко. И оттуда сок в щеке брызгает. Вот это было, да. Я Машко. Учился в МГУ. Честно? Вау! Нет Карифан Обама, нет Карифан Обама. Обама чмо, Путин тоже. Карифан Путин. Да. Не-не, Путин тоже... Хорошо рулит. Нехороший человек. Нет, нет, все покой. Подписал. Про Путина у тебя тоже нормально написано, поверь. В общем, все нормально. Я не отравился. Кузнечики, все это, я ел уже. Вот, кстати, эти вкусные. Пиявки вкусные прям. Пиявка. Вкусные, да. Лягушки вкусные. Смотри, писать. Что писать? Ну, все. Я поел. Ой, Диана. Люблю.